коняги всех, иди к стенке. Нахуя? Любит Женёк трэш, блядь. Так, поиск следопыта тогда нужно. Кольчуга, СРП. Возьму наверх. Так, ну лог на синем, на красном женек, блядь, шаришь, да? И этот. Ну так, в принципе. Руга на зеленом. Смотрите, этот лог, у тебя голос есть в дисе? Вроде был, или нету? Нету? Так. Кто нам тогда пиздеть будет? Женек, будешь говорить это, сколько стаков? Когда 45 стаков говоришь, чтобы мы заранее бежали. А как я узнаю? Там же лог должен говорить. Или там видно будет. Блять. Красный луч на тебе стакает стаки до 50. А. Ты смотришь. Как только видишь 45, говоришь 45, блять. И все. Да успеем, я ауру влюблю, да побежим. Главное, чтобы эта аура не попала, когда еще босс тикает АОЕ. Да-да, тут раз сказали, бежим, я врубил, и все подохли. Ну ладно. Так, проверка. Я увижу, когда он побледнеет. Значит, орехи на лока, весь хил на лока, на женька похуй. Все, пуляй. Этого пидора. Как ставить, знаешь, да, ближе к стенке его веди. ВПшки и веди. ВПшки и веди. Давай, блядь. Да хуй знает. Вон он, блядь, красный портал. Подтягивай его.
Про лужи не забываем. Милики. Вот тонат, блядь. Чё ты там дочишь, блядь? Лужи. Зачем? Так, сколько там стаков, блядь? Чё, рез не будет давай? Нет, а сколько нужно было вкать? 45, да? Уже 45. Бежать уже нужно, блядь. А, ну бывает. Ну хули бывает. Сейчас бежим. Сейчас, если, блядь, это будет дуть, у нас будем по-другому играть. Пока без пала играем. Значит, АЕ капли умеешь кидать для жертвенности? Надо будет кидать по локу после 30-го стака. Ага. Ой, блядь. 70. Выходи, выходи. Ебать, вот у кастрюли там шумят. А, это у меня жена. Готовит хавчик, да? Ну, вообще-то да. Так, фиша. О, сука. Парирует, сука. Да. Тоже это. Зубы не сдавал ДЦшник. Если есть возможность количество стаков смотреть на локе, то готовь зубы. Так, 40 стаков. 45, да, надо? А, да. Сколько там? 45? Побежали. 45. Побежали, бежим. Особенно это касается миликов, потому что вот, видишь, охуенно ты дал, мы сейчас просто все вайпнемся. Блять. Не давай сейчас. Вообще лучше. Вообще не давай. Заебись, повезло, блядь. Не давай эту хуйню. Без этой хуйни все проходит. Или давай попозже, блядь, когда мы уже пробежали 2 метра, блядь, 3, 4, 10, 20 метров. А то, что типа раньше, говорит, бежать, я нашел. Или похуй. Когда у него 50 стаков становится, блядь, женек, он замораживается. Потом в ближайшую цель дает. Подведи ближе к стене, хули ты его на середине комнаты поставил, блядь, ладно, уже хуй забей. Бери красный луч. Женек. Блядь, где кра... а, он, сука, красный? Сука, ты слепой. Блядь, женек, сука. Красный ебаный луч. Порталы ты же видишь, блядь. Блядь. Пиздец, я в ахуе. Когда босса двигают, центр модельки босса двигается тоже, блядь. Лучи идут в центр модельки босса, ребята, блядь. Чтобы вы понимали, блядь. Женёк, блядь. Когда босс начинает размораживаться, появляются три портала в комнате. Ты смотришь, где твой портал. Бежишь с жопой к лучу, который будет из портала в центр модельки босса, блядь. По прямой линии идти, блядь. Не пройди. Ок, смещайся потихоньку. Блять, надо до лука тогда бежать нахуй. Просто я не хочу говорить, не поверишь, я цвета перед. Вот сейчас куда бежать? В жопу? Вон тот дальний угол. Вот сейчас ГЦ будет. Пожимайте всякие защитники. Да какие нахуй защитники, уже, блять. Так, ладно, только я сдох. Сейчас у меня вставалка есть. Стойте спокойно. Вставалку юзаю. Так, Игор, ебани мне, фишай. Порталы смотрим свои. Он зеленый, блядь. Женек, лужа. Ты луч-то не проебывай, ебаный в рот. Встань на луч, женек, блядь. Бля, ебать, у него фрейм большой. Да ебать, ты чё, дрочишь меня? Да не вставай ты в бок, блядь. Подойди вперед, назад, блядь. Значит, ориентируемся, будем бежать за звездой, блядь. Сколько стаков там, блядь? 29. Ну проебали там еще времени. Кто-то держал сначала стаки, там лок, может.
Готовьтесь бежать, если что, милики. Рывки у вас есть, Увара? Пал, все, выбегай заранее. На звезду бежим. Далеко от босса. Если кто-то сзади будет босса триггерить, блядь, на дыхание. О, тут за стенкой не бьет. Все, идем по стенке сюда, блядь, за звездой. К столу. Ебаного босса ставь ближе к стене, Женек. Что непонятного? Сначала ты вот встань, где звезда, блядь, вот тут. И жди, блядь. Пришел босс. И потом, когда он сюда пришел, ты его поворачиваешь спиной к своему ебаному порталу. То есть ты своей блядь. Спиной встаешь. Вон твой портал, вот ты все видишь. Все. Да куда ты побежал? Нахуй ты туда бежишь? К стене. Нет. Ты, сука, Женек, блядь. Пиздец. Сам сказал, подумал, в упор портал надо. Короче, бежим к стеклам, нахуй. Женек, сука, ну пиздец, Женек, нахуй, я хуею. Сова, давай потихоньку смещаться. Этот, на синий луч кто-то, готовьтесь там, блядь, лок сдох. Сова, БР, давай на лока. Фишай, подкидывай БР на лока. Давай, ебашь пока под синим, кто там стоит. Узнай, кто это, вар. Лок, вставай. Готовимся бежать. Я понял, я должен был там остаться, да мы ты... в эту сторону подкидываем. Пиздец просто, Женек, блядь. Готовьтесь я бежать. Я тебе говорю, я первый раз танчу, чё ты ну мне вот, хочешь, блядь. Я же тебе было... сказал, Сосан. Бежим. С самого начала, первый раз. Беги зеленую власть, блядь. Да вот, я это включаю ауру, Хант, иначе он не добежит, блядь, Женек. А я раз что давно. Я говорю, первый раз, нахуй, там. Я всю жизнь играл в ТД и ещё. А есть это до берсы сейчас, сколько там? Да, добьем уже это. Еще две перебежки, блядь, есть до берсы. Что, Геру может? Да нахуй Гера, вон два ляма и без Геры. Ну, две не успеем, минута 30. Блядь, я говорю, добьем. Дам тебе сейчас Геру для успокоения, блядь. Ставь где хочешь, Женек, но встань спиной на красный портал на свой, блядь. Все, лок там где-то в жопе встанет сейчас, блядь. Вот лучи, вот тебе Гера, блядь, разъебывай. Там лок что-то пиздит про механик. Ты первый раз танчу, нахуй, заебал. Блядь, Женек. Ну если ты, блядь, пока раздуплишься, блядь. Хорошо, что мы не вайпнулись, блядь. Так, лок разъебался. Это, на синий кто-то встаньте, мили какой-то, быстренько словите. И все, и добивайте. О, а что, лок сдох? Механику не знаю, что ли? Чё? А, блядь, заебал, лужа на нем появилась. Пока писал. Я, а что, там, нас спрыгнуть, ну, там, что-нибудь сделать, да? Да, сука, лок не пиздит. Ну, не надо только вот этой хуйни, блядь. Я это не хочу. Да нормально стоит, что ты, блядь. Красный луч, вся хуйня. Метка, сила атаки. Короче, фишай, собираешь кота, блядь. Новая директива, блядь. Лок, короче, вообще, нахуй, сдох в луже, пиздец, как днище. Меткость, крит, нахуй, на тебе тоже, это, на сову, блядь. Этот. Хватит ругаться, мы одна команда. Молчазар остался. Тут это моб слева, если что. Моб слева. Убивать его или не надо? Хочешь, убей. А портал открой, уже все надо убивать. Его кто-то задел, блядь. Отомсти ему за босса, нахуй, за победу. Да его лог задел, походу, да? Все, да нет, механику не знаю. По-любому механику не знаю, блядь. По-любому. Загрел, блядь. Да, если честно, нахуй, я пока танчил, мне тут еще гэм, нахуй. Спамят, нахуй. Кильды, всякую хуйню, блядь. Он кончил. Он меня в мод кинул, да? А. Сука. Ты, блядь. Ебать его бомбит вообще. Лук, я хуй знаю, что ты бомбишь, блядь. Прыгаем, короче. Сейчас только захилимся. Смотрите, осторожно. Так в итоге чё, блядь? Он механику не знает, да? Лук. Да заебал, Женёк, блядь. Что это за хуйня? Сзади, блядь, Женек, блядь, кого-то привели петом. Спасай, блядь. Да. А, это Лока пет привел, бля, он что, нахуй? Не знает механику, по-любому. Надо сейчас не сдохнуть, сука. Надо, главное, не сдохнуть. Вот этого лоу хпшного разъебите. Да его кто-то фернул, нахуй, чё, да? Блядь, вы в курсе, что я ИВК в 10? Кара ебаная. Чё ты ИВК? Да ИВК 10 люди пошли в карис. Механик. Да нахуй тебе ИВК, блядь. Да мне нахуй пуха. Зато ты будешь уметь теперь, придешь к пугам в следующий раз, блядь, скажешь, а, ебать, да это вот так вот танчится, нахуй. Научишь, нахуй.
типа, блядь, скажем, гайд, блядь. Все, покажем, танк. Какой стены стоять. Такое убожество танчит, пиздец. Да, блядь, какое убожество. Это просто надо это. Ты пойми, твой класс, блядь, ДКшный, это такой класс героический, в котором ты жмешь, что хочешь, нахуй, и все агро, все, блядь, на тебе всегда. Это топовый танк, блядь, по агро. Слышал, а, он про гильду что-то пиздит, да я с открытия этой гильды. Хуй меня в тукик не отсюда. Он с открытия, и он еще, блядь, сдыхал, нахуй, на каждом боссе, блядь, в ульде, блядь, да, на 10 раз. Нахуй не кипит, там за рейд, ну, он как бы играет, все, ну, типа, раздуплится, там все нормально, может выбегать. Просто, блядь, иногда внимание не очень концентрируется, и Ван что-то забывает. И все, да все, нет, еще бывает ульда, нахуй, с 2 FPS на уголоме, нахуй. Там как бы... Где? Там уже ничего не поможет, да? Вообще ничего не поможет, я тебе говорю, нахуй. Такая шляпа. Как хорошо, что она закончилась. Женек, ты понимаешь... Что, это топовая гильдия, что ли? Да. Ты понимаешь, ДВшная, ты понимаешь, что твое имя, блядь, за рейд произносится 1000 раз, нахуй, наверное. Женек, блядь. Ну когда ты там, нахуй, конечно, 2000. Сочетание, ну Женек, да? Да, нахуй. Ну, мобы, блядь, Женек, разъёбывай, пацан. Ну, учитывая, что он ДВшная, все ДВшные гильдии пройки, а она входит, сколько там, в топ-3 она входит. Ну, а мы по 25 убиваем. Алгалона убивали, когда его не убивали. Все это убивание зависит от, чисто от одного человека, который собрал блок. От Женька? Нет. Конечно, хуй, да? Не, нихуя ничего. От Женька, нахуй. Он когда блок соберет... Женек талисман в гильдии, без него нихуя не проходит. Когда он блок соберет, я нахуй 30к буду давать на фурике, блядь. Бля, мне какая-то фитоняша пишет. Это этот самый. Кто он, блядь? Не Фрост няш, а Фита няш. Какой-то... А, это хуй знает. Сначала меня заебывал на длится РТ на май. Потом он меня заебывал за мет. Я пишу, бля, я танчу ебаного дракона. Подожди. Ты не отвечай просто нахуй, выключи чат этот ебаный. Я уже, блядь, орехи на себя повешал, блядь. Блять. С тобой любой рейд, блять, станет это интересным, блять, сложным, блять, прохождением. Ты или я спекаюсь. Слушай, ну у меня спека нет, а у тебя какой ПВПшный там? Косарей 5 будет ДПСа? У меня нету, так что только вариант один, ты спекаться. Я могу в ДД спекнуть. Да ты, блять, не ты, блять. ШПшник-то. Да, плюс. Сейчас как будем-то милики будут убегать? Слушай, я насчет убегания не знаю, типа, вы хотите с этой хуйней страдать, страдайте. Я бы никогда не занимался этой хуйней. Но просто стой на матч. У нас ДЦ есть. Он это, в ШПшника спектится. Хочешь, щитуй, хочешь, щитуй. Но если кто-то сдохнет, типа, мы просто будем падать и будет хуево. Милики тоже. Хотите, стойте под щитком, хотите, бегайте. Ну, типа, на ваш этот выбор. Будете вайпаться. Бля, это еще ебаного ДК взяли. Какого ДК, блядь? Скажи, Женек, зачем ебаных ДК берут в гильдию? Немножко осталось, блядь. Осталось только Молчезару потанчить. Ненавижу ДК, сука. Говнищем этим играет, блядь, задрочим. Да. Я вообще нахуй этого ДК создал? Кто мне, сука, в голову кастрюлю ударил, чтобы я ДК создал? Пиздец. Так, короче, РДДшники, я думаю, вы скиллованные. Все, пуля этого пидора я ебал, короче, ждать. Ты расскажи ему, где танка держать. Просто у стенки держать. Нахуй. К стенке же спиной встань, чтоб тебя не... Вот он знает. Да. Я нахуй танчил. Вот ты опять запулил, и там тип опять остался за дверью. Да, да? Похуй. А кто дай остался? Паладин. Он постоянно паладин. Ну, не сдохнешь зато. О, смотри, что. Может, заэвейдим? Давай заэвейдим. Отходите. Да. А как ты сдох, блядь? Агро? Да. Сука, Женек, ты ЛПшки жмешь хоть? Встаньте вот в эту. Сейчас это тему уберу. Дожал, не знаю, как агро сорвал. Ёбаный свет, нахуй, Женек. Тонат, блядь. Что, бежать или речь? Конечно, а это рога сорвал? Как рога сорвал вообще? Там портал есть сразу, босс. Портал сразу сюда. Тонат, блядь, долго стоишь за дверьми, надо заходить сразу.
Жди, а что, робот сорвать может? Ну ладно. Как-то. Конечно может, блядь, ты чё? Он десятку дает, нахуй. Конечно, если ты нихуя не жмешь, он тебя сорвет, блядь. Я с тебя сорву, блядь. Вроде кидает, нет? Бля, ёбаный. Бля, получается Рога рокал, да? Сука, ты рокал, блядь. Да знаю, я заебал. Ой, блядь. Бля, ну да не вайпнули же. Короче, это мы просто Геру скидывали, блядь. Это... Да сейчас нормально. Так, на кого-то там СС на друида ебанул, да? Или на кого? На себя? На Женька? Блядь, не вижу. Где? Не надо на меня. На себя ебанул. Нормально, я вон... Жите ману, прикиньте. Прикиньте ману там, блядь, бафайте. Чё, вроде каска есть, МП5 есть, кулак есть, пристабаф есть. Точнее, каска. Вот, всё, теперь нормально. Первый тролль готов? Каску сейчас по друиду. Пик. Паладины. Кто там каски дает друиду, ебаните. Так, я пошел на позицию. Бля, стерей на КД, ну ладно. Так, ретрики, вар. Рога я знаю, знает. А вы, ретрики и вар, не должны сдохнуть. Вы даете мало, блядь. Но все равно нам надо ДПС любой. Если в уголке, где там это упадет метеор, то будете отбегать в РДД. РДД это примерно где стоит звезда. Так, буду смотреть метеора. Так, ну 4К у тебя есть, сейчас может и 5К будет ДПС, нормально. Танат вообще... Танат дает. Давай, Танат, разгоняйся. Отбегайте, кто там, Танат, Вар. Вы это всю хуйню сами смотрите. Нормально все. Так, летит метеор, походу, прямо в звезду, блядь, летит. Так, отбегаем тогда, давайте влево сюда, чтобы там не прижиматься к стене. Так, Рога, я тебе истерию дал, ты ее скинь. А, нет, поздно дал. Ну ладно. Короче, там скинуть это мало. Неудобно на метеоры смотреть, блин. Так, заебись летит вроде как. ДПС до хуища просто. Так, бля, у меня пальцы устали, руки уже. Ну, Танат, конечно, 4800. 5300 шипешник нормально дает. Так, ну метеора 2, наверное, ждем, мы там уже будем смотреть. Чтобы удобно стояли, там уже девушки. Может, и один, хуй знает. Так, летит прямо в нас, походу. Так, Женек, веди по стенке и через метеор пробежите, когда ХП восстановится у вас. Так, я что-то не вижу. К нам, к звезде веди. Видишь звезду? Выводи мелько сюда к нам. Блять, от ворот сюда веди. По стенке, по стенке. Дохни сейчас еще, блядь. Это, РДД отбегаем, потому что может кольцо скоро начать кастоваться. Вот, отбегаем звезду, чтобы мы 30 метров от босса были.
Так. Нет. Камера, конечно, неудобная. И Лок, и Рога сдох. И еще метеор сюда прилетел. Ладно, давайте заходите в метеор тогда, блядь. Что, все что ли? А ну да, все. Что там везде накидало их просто, последний, да? Телепорт. Там и ворота были закрыты, блядь, и этот, и там. Что ж там везде нападало? Да? Один метеор прилетает и все, блядь. Ворот не было. У ворот не было, а для РДД где стоять? Вот здесь, возле стенки ты имеешь в виду, вот здесь. Ну, в воротах не было. А следующие ворота прилетит, и все, вайп. Как и там, блядь, с той стороны так же. Лок, я не знаю, что ты паришься. Когда два метеора прилетают в одну точку, блять, тогда полегче. Погнали. Каски нету. Дайте каску. Я-то знаю, Лок, что тебе надо было там перчи, там твоему кресту. И то, что ты ливаешь, это, конечно, все интересно. Дайте каску. Паладин каску и бонита. Полчаса успеем, надеюсь. АЕ, ты тут? Да. Ты каски бафаешь? Нет, Танат. Танат, ты тут? Танат. Давай дам на 8%. Да нахуй на 8. Ой, каски, да. Пидорасы пишут, смотри. По работе звонят. Все, проверка, начинаем. Так истерию дал там, ими 6. Паладин, под рожу забегай. Не летай. А чё рога сдох? К воротам отводи. А, он истерию не снял. О, да. Фиша, резай рогу. А истерию не вешают, блядь, на 30 даш. Ну, хорошо не будет. Я-то обычно снимаю, когда сам съем. В РДД будете бегать. Отбегайте.
Танат, может ты, блядь, шмотки там какие-то не одел, блядь. Осмотрите Таната, хули он не дамажит. 2000 это хуйня какая-то. Может ты щит одел, блядь, или что? Рейндж. Ну так ты смотри, блядь, чтоб ты попадал, блядь, по боссу. Рейндж. Вот, отбегай теперь. А то сдохнешь еще. Донат, ну блять, разгоняйся, хуй знает, 2700 так и будет, что ли? Они, может, не умеют смотреть, там возле карты есть, где премиум, VIP и знак Орды или Альянса, блять. Там есть этот баф еще, щиток вешается. Если щиток приз повешал, значит вас не убьет. Теперь далеко. Пока вроде удачно. Когда они пропадают? А хуй знает, пару минут, может минуты три. Ну первый вроде... Первый вроде пропал, да? Или вот он тот первый стоит возле тотема? Первый пропал вроде, ага. Сейчас еще один подожду и уже потом Геру дам. Главное, чтобы он не упал так, чтобы Гера нам похерилась, блин. На 30% сейчас уже фаза будет. Уже какой-то единички не будет снижаться. Если некуда будет. Если некуда. Если некуда. Да, и мистерию. Если некуда будет бежать, то вставайте так, чтобы вас откидывало кольцо в стенку. Как танк стоит. Так, метеор. Прям в вас летит, короче, отводи к стенке. Отводи к стенке. Только не к воротам. Ты это не запирайся. Так вот он же больше не будет с хп снимать. Не будет, конечно. Только не знаю, что там Танат стоит. Даю Геру. Бля, залагало. Сука. Меня слышно вообще? Да разлагивай, блядь, да. Огромно тебе. Если что, вставайте в звезду. У меня ком завис, я походу нахуй летел. Напуливаем. Короче, я смотрю в стену, если увидите метеор в нас летит, просто выбегаем. Блядь, метеор прилетел. Куда, в нас прям? Нет. Вы, если что, бежите к нам. Босс, оставайтесь. В босса, да. Ну все, Илям, разъебывайте его уже. Нужно отлетать стенку. Как стоит танк? Все, 300 тысяч там. Ой, пиздец. Шапка, да, шапка, шапка. АТК, как заказывал. А он вылетел, да? А я не знаю, ему надо, нет? Надо, надо, он же за шапкой шел. Ну я ему закинул себе, тогда, блядь. Да. Так. Вот этот кинжал.
рогов у нас нету, значит, на разбыл. Я не умею прыгать. Плащ крит МП5. Всем спасибо. Тоже никого не надо. Пойду камень стоит, новые перчаточки вставлять. Давай, давай. Все, блядь. Нихуя не выпало, блядь, на шамана, пиздец.